И жители нашего любимого микрорайона Подрезкова очень за них сильно переживают и надеются, что поток золотых медалей начнет наконец-то падать, и они их будут завоевывать. Мы болеем за наших спортсменов, за нашу Россию. Желаем нашим участникам, всем спортсменам выиграть, одержать победу, здоровья крепкого и всего самого наилучшего. Ура! Я желаю спортсменам, чтобы они только завоевывали наше золото.